Так, добрый день, дорогие друзья, это Batman Arkham Origins, прохождение на хардкоре, погнали, загрузим наш последний сейв. Там, блядь, был махач нахуй, но я его так и не смог пройти, там пиздец сложно, сейчас попробуем. Сука, сложно, блядь. Блять, нереально сложно, но я еще хуево махаюсь, я не привыкший нахуй. Блять, я так и не понял, как правильно. Looks like justice has finally been served, fellas. Now, to see what's under that mask. Так, так, все, я прошел этот файт нахуй. Ебать, еле-еле, друзья, еле-еле я прошел этот файт, прям еле-еле, пиздец. Так, секунду, пишем ли? Да, пишем. Секунду, дорогие друзья. Итак, продолжаем. А, вот теперь можно взять блок данных и мигни. А, я взял эту хуйню, теперь чё, куда мне, блядь? Обратно А, да, все, вспомнил, обратно теперь надо. I got a pulse. All right, call it in. Let's get him to Gotham General. Will do. Soon as he stabilizes. Тут бунт нахуй. В теорячке, блять. Как мне эту хуйню открыть, блядь? А там что, вообще есть что? А нет, нихуя там нет, туда в принципе не надо. Надо сейчас, блядь.
На 9 эту хуйню, ебать, тут селектор ебаный, пиздец. Деструктор мы подобрали. Access to the National Criminal Database. It's right here. You must spend a lot of time here. Cool poem box. You're bypassing the network security. But you'll need to physically bridge the intranet to the external telecom wires. Интернет, блять, я обращаю ваше внимание. Там же переводим. Я читаю субтитры. What does? The telecom wires. You can access them through the sewers. Wait. Why do you do what you do? Because I made a promise. Get out of here! Yes, no. I'm on my way out, but before I can access the server remotely, I need to hack into the telecom wires under the GCPD. You should be able to access them from the sewers which run below the building. I'll take the closest entrance on your map. Penguin's man said the disruptor can be used to jam their weapons. Sir, yes, sir! It can't be him! Так, бля, че я гопников там отхуярил, тебе мусоров не отпижешь, что ли? Да они заебали стрелять, бля. Блять, да он заебал стрелять нахуй. Сука. Блять, а мусора-то мощные нахуй. Да как эта атака ебучая работает? Серьезно, что ли, блять? Скипну эту драку. Так, все, мы закончили этот махач эпичный, бля. Так. Сырье отбитое. Я же Бэтмен, блять, я же их спасаю. Так, секунду, дорогие друзья.
hurt you, but you need to stay out of my way. Never. Listen, I'm on your side. My side? My side works within the law. My side doesn't leave suspects with broken bones and missing teeth. We've earned Gotham's respect. If that were true, I wouldn't believe you. Gordon, clear the line of fire! Hold your fire! If he moves, take him down. You've got nowhere to run. Move, Gordon! I'm taking him down! No more games! Да, как вы видите, Махац, я еще не совсем надрочился в этой игре. Все, нахуй. Лоу-киком. И где же он его отметил-то, блядь? Галфред. Oh, and sir, do try to keep out of the muck down there. Remember who has to clean your suit. Hello? Hello, Batman? It's Barbara. Sorry for hacking into your comms, but I need a favor. Some evidence crates have gone missing. Army-grade stuff, and no one here is doing anything about it. So I'm sending you their GPS location information. Use your weapon disruptor on any crates you find. It'll fry their circuits and render the stuff useless. Так, тайники с заданием пингвина. Секунду, дорогие друзья. Продолжаем, дорогие друзья. Я тут взял задание пингвина, короче. Ну, дополнительные задания. Особо опасные преступники Готэма. И вот прилетел на крышу с гопниками. Там просто контрабанда или еще какая хуйня. Блять, да почему я парировать-то не могу? Еле-еле нахуй. Не, гопников реально очень сложно уничтожить, блядь, на хардкоре, нахуй. Я хуй знает, сколько их ебашить надо, блядь. Это ж простые гопники, ёб твою мать, блядь. Почему так сложно с ними драться? А наш излюбленный прием. Сейчас будем хуярить бетрангами. Отдохни пока что, друг. Блять, и где эта хуйня? Здесь я, по-моему, уже бывал, блядь. Может, это внизу?
сумму. Блять, тут мусора. Да, это внизу вон ящик. Это продажные мусора. Бля, если б я видел их, применил бы прыжок. Нахуй. Подсечка. Давно ли мусора с битами ходит? У меня вот такой вопрос, блять. Это было забавно, нахуй. Или они типа мусора, наверное. Так, пишет ли Опс? Да, пишет, заебись. Ничего с этой хуйней надо сделать, блять. А, деструктор нужен. Он аж у нас на девятку, блядь. О, новый левел. А, это вкачано автоматом. Нет, все какая-то хуйня. Нам нужно вот это вкачивать. Комбо X8, блядь. Блядь, вот эту хуйню вкачаем. А это вкачано, это еще закрыто. А когда откроется? Тут пока нихуя вкачать нельзя, блядь. Ну вот эту хуйню вкачаем, хотя... Чё тут за дополнительное улучшение?
Да, блять, качать тут особо нехуя. Ну вот эту хуйню вкачаем. Хотя нахуй она мне нужна, блять, по сути. Да. А чё тут надо, чтобы вышку-то отключить нахуй? Ну похуй, так да, тут доберемся. One down, five to go. I can't believe there are people on the force who think it's okay to have stuff like this out on the street. Pinching from evidence is bad enough, but selling weapons? SWAT's supposed to be the good guy. Въебем мусора нахуй. Откуда здесь мусора вообще, блядь? На, нахуй. Мава... Нет, не маваша, это с разворота в голову, ебать. Мощный, мощный удар. Так далеко еще, блядь. Как вот на эту хуйню маркер еще поставить? Блядь. Сука, Бэтмен просто под консоли, блядь, заточен нахуй. Поэтому в него, на, блядь, неудобно играть на клавиатуре и мышке. Пиздец, как неудобно. А, преступление, блядь. Блять, вот критический удар — это сложная хуйня, пиздец. Вот она не прокает почти никогда, нахуй. С автоматом решил пострелять, пидор. Все нахуй. На печень, ебать. Вот это было мощно. Блять, да тут тоже гопники. Везде гопники, блять. Город это Готэм, точнее, это город гопников, нахуй.
цепочку, сука. Красиво. Понятно, блядь. Игра просто... Я вот о чем говорю. Игра просто под консоль заточена, как бы. Блядь, что это хуйня? Для нее не деструктор нужен разве? Блядь, ладно, пойдем тогда пиздить пингвина. Людей с контрабандой пингвина, нахуй. Вот почему-то на тот сраный отель нельзя зацепить. А, можно, блядь. Гляди-ка. Блядь, наверху, что ли? Чё-то я гопоты не вижу. Ебать, этот с машины, с дверью от машины, нахуй. Ну тут изи какие-то гопники слишком. Блять, ну почему контрудар-то у меня не срабатывает никогда, сука? Ну это гопники, это изи. Их тут мало. Блять, надерусь я сейчас хуёво, пиздец. Как добить-то, блядь? А, вот, все. Там деструктор. Все. Так, вот еще тайник с оружием пингвина. Только где он, блядь? А, все понял. Wait, that's too great. You know, I thought about getting my dad involved, but he'd probably just say it's a matter for IAD. He's got way too much faith in the system. I wish I could get him to see just how broken it is. Бля. Счетчик комбо как-то сбрасывается быстро, пиздец, нахуй. Come on, let's get out of here.
Сиона дома. Так, где еще эта хуйня у пингвина? Здесь нету, здесь нету. Здесь тоже нет. О, на корабле, бля, есть. И вот здесь есть, и здесь есть. Почему-то звук только офнулся. А чё со звуком-то, блядь? И клавиатура почему, блядь? And I know that's not your style. Блять, куда я пошел-то? Ёбаный в рот, я забыл отметить эту хуйню. Так, где эта хуйня находится? Судя по всему, должна быть прямо здесь, блядь, но тут нихуя нету. Ни гопников, блядь, ни пингвина. Чё там за хуйня? И где этот ебучий ящик? Его рили тут нету, блядь. Походу надо проходить именно по очереди. Ну сюда тогда ебанем вот отсюда. Секунду, дорогие друзья.
Итак, продолжаем, дорогие друзья. Идем к следующему тайнику пингвина. Эх, блядь, тут гопники с автоматами, нахуй. Эх, блядь. Boys, get him out of here. And don't ding up any of the gear. That's worth some money. Так, блядь, еще раз, сука. Так, надо запомнить, что там челики с автоматами. Нам нужен деструктор, нахуй, по-любому. Это вот так, нахуй, опрокинем. Стелси просто зайдем и все. Блять, моя задумка не сработала, сука, опять. Boys, get him out of here. And don't ding up any of the gear. That's worth some money. Не, блять, это так вообще не вариант, нахуй. Ёбаный насос. Oh, it's a real shame you're dead. You're actually worth more alive. Так, блядь. Не, я не успеваю, нужен деструктор. Я тут уж не буду, блядь, скипать нахуй, потому что тут всего три человека. Бля, я опять какую-то хуйню исполнил. Ты
Так, выпрыгиваем за эту хуйню, нахуй. И аккуратненько зацепим. Блять, да как? Ладно, скип. Так, продолжаем. Все, я отхуярил гопников на изи. Осталось два тайника с оружием. Only two more crates to go. Thanks so much for doing this. Tonight's crazy enough already. If these guns got out there, I don't even want to think about it. Так, следующий нахуй. А, блять, внутри корабля, что ли? Так, где тут, блядь, тайник пингвина? Может, в корабле? Так, на чё тут эту хуйню-то достать? На... Блять, да вот он, эта хуйня. Блять, надо было другую хуйню вкачать. Блять, и где тут этот ебучий нахуй тайник, бля, ебаный в рот, блядь. Где там дверь-то, блядь?
сука. Видимо, сверху, что ли. Блять, он своим крюком здесь нигде захватиться не может, это пиздец. А, тут, блядь, вспомнил. Так, X нахуй. И тут тросы должны быть. Блядь, перепутал кнопку. Блядь. Так, двигаемся прямо здесь. Так, здесь куда? Здесь тоже прямо и потом налево. Так, ну-ка нахуй. Короче, я ебал тут лазить, загуглим. Так, все, я понял, я тут как долбоёб просто лазю нахуй. Нам надо туда. Блять, опять. Сука, возвращаться только если. Ладно, скипнем этот момент. Так, все, я нашел ящик. Короче, блять, он будет вот здесь. Сука, чё, всё так просто не бывает, что ли, господи, на... А, всё нормально. О, новый левел дали. Сопротивление от пуль вкачаем. Это чё за хуйня? Дочь этого.
Как его, блядь? Гордона, короче, помогает нам. Напоминает события еще в самом начале Бэтмена, которые в самом начале Бэтмена были. Тут еще полиция против Бэтмена, еще нет Джокера. А, я все, кажется, понял, где там ящик с оружием. Все, вырубаем одного нахуй. На, нахуй, блядь, заебись, вот эта хуйня, которую я вкачал, все-таки работает. На, нахуй, блядь, в душу прям уебал. Вопрос, а вот здесь где ящик пингвина, блядь? Может быть наверху? Блядь, погуглим. А, так, все, я понял, нам надо как-то вниз туда спуститься, блядь, а как это сделать? Преступление сходим, экспу подменим. Эх, бля. Эх, да чё-то я вообще, блядь, хуёво махаюсь, чё за хуйня? Ты, он минус один. Нам бомж сейчас только что респектанул. А как туда вниз-то, блять, попасть, сука? У меня вот такой вопрос, нахуй. Проход вниз есть, блять, как туда попасть, я не понимаю. А, все, кажись, понял.
showed up. Блять, не всегда парировать получается почему-то атаки. Вот это было красиво, прямо в голову, блядь. Так, лучше всего вот эта хуйня, наверное. Секунду, пишет, или простите, друзья, я все время проверяю опции, идет ли запись нахуй. Все, понял, как добивать врагов, блять, с ножом. Блять, почти понял. Блять, еще не все атаки по... Whatever you want to know, please. You've hidden extortion data for Enigma. Tell me where it is. No problem. No problem, man. I'll take you to it myself if you want. Блять, ну Enigma это пиздец. Вот в самом конце надо проходить. Так. Так, мы выполнили особо опасного из пингвинов, тайники пингвина. Так, с Энигмой это просто заебешься нахуй. Прошу прощения,
Итак, на этом, дорогие друзья, этот выпуск подходит к концу. Спасибо, что это смотрели. Это был Batman Arkham Origins на хардкоре. Всем удачи и пока.